Суботні матч чемпіонату Білорусі по хокею у екстралізі поміж клубом Гомель і зборною Білорусі Ю-20 увійшов у історію не тільки перемогою гомельчан з ліком 3-1. Його завершення було означено проведенням доброчинної акції «Цацкапад». Таким чином гомельчане підтримали ініціативу волонтерів по збору м'яких цацок для вихованців соціальних установ. Удел у акції прийняли і наші кореспонденти. Не глядячи на те, що професійний хокей – спорт у першу чергу для дорослих, як мінімум чверть глядачів на гэтым матчы складалі дзеці. На некалькі гадзін лядовы палац спорту стаў месцам правядзення не толькі спаборніцтваў рэспубліканскага ўзроўню. У перапынках арганізавалі такую забаўляльную праграму для дарослых і непаўналетніх, што многія, здаецца, нават аб лядовых батарэях на некі час пазабыліся. Вынік хоць і меў вялікае значэнне, балельшчыкі чакалі не толькі лічбаў на табло. Упершыню ў гісторыі айчыннага прафесійнага хакея матч павінен быў завершыцца дабрачыннай акцыяй «Цацкапад». У рамках сумесного мероприятия волонтерского отряда «Открытые сердца», акционерного товариства «Гумсельмаш» и хоккейного клуба «Гомель» жыхароў областного центра запросили собрать мягкие цацки для выхованцев социальных установ. После закончения гульни их необходимо было кинуть на ледовую арену. Это 6-го колледжа игрушки автомеханического на «Сельмаше». Собирали для детей-инвалидов. Вот, и путем инициативы будем выкидывать на лед. Как бы говорили то, что будет игрушка-пад. Сказали принести игрушки, мы собрали игрушки и будем кидать. Что тычыцца спортсменов, то яны показали сапраўды добрую гульню. У сялякім выпадку дети, яким и некалькі хвилин спокойно посидеть складана, за матчем назирали с интересом. Хоть при этом завсюды памятали об основной мете своего наведывания ледового палаца. Идея кидать на арену цацки, якія потым будут перададзены у добрачынной организации, у хоккей пришла з іншых видов спорту, але сярод болельщиков оказалася вельми популярной. Сусветный рекорд по сбору таких цацок был установлен у матчі американской хоккейной лиги у минулом годе. Калі организаторы собрали на лёд 34 798 плюшевых живёл. Гомельский выник больш стиплы – 2025 мягких цацок. А лишь и мясцовый палац параунально невялікі. Хоть до сусветных рекордов у Гомеля на гэты раз и не імкнуліся. Галоўнае стварыць атмосферу свята и подарить станоўчыя эмоции. Вместе с подаренной игрушкой каждый подарил частичку тепла своего сердца. Посмотрите, сколько на матче присутствует молодежи, сколько детских улыбок. То есть все это не зря. То есть у гомельского хоккея обязательно будет будущее. Ну и, конечно же, с хоккейным клубом «Гомель» эта акция продолжится. Мы обязательно объявим количество собранных игрушек и в праздничной обстановке подарим ребятам социальных центров города Гомеля и области, кстати, которые в большом количестве присутствуют на этом матче по приглашению хоккейного клуба «Гомель» и волонтеров. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель».